Кабала для тузиков. В Караганды собаководы-любители возмущены новыми правилами содержания домашних животных. Нормы, принятые областным маслихатом, вступили в силу около месяца назад. Но владельцы собак и кошек утверждают, что выполнить эти требования просто невозможно. Людмила Батюшкина знакомилась с новым сводом законов для четвероногих. Собаковод с 30-летним стажем и владелица двух овчарок Ольга Толкачева возмущена новыми правилами содержания домашних животных. Теперь она имеет право выгуливать своих питомцев в единственном месте во всей области – на площадке для дрессировки собак в Центральном парке Караганды. Вся остальная территория города вне закона, даже при условии, что хозяева будут убирать за своими питомцами. Выйти, допустим, в центре города и дойти до места выгула собаки, хотя бы приблизительного, проблематично, потому что собаке не объяснить, что здесь нельзя писать. Памперс на собаку не оденешь, правильно? Не скажешь, нельзя писить, она не понимает этого, это как маленький ребенок. Кроме того, согласно новым правилам, содержать в городских квартирах теперь можно максимум 2 собак и 5 кошек. В частных домах разрешается заводить не более 5 псов и 10 кошек. Щенят и котят старше 3 месяцев следует пристраивать или отдавать в ветклинике. Правила должны защитить прежде всего наших друзей, собак и кошек. С другой стороны, мы понимаем, что иногда нерадивые владельцы своими питомцами и их количеством докучают и мешают соседям, мешают другим гражданам, которые имеют право не замечать то, что у соседа есть кошка или собака. Горожане на новые правила реагируют по-разному. По приблизительным данным, в каждой 5-й карагандинской семье есть четвероногий любимец. Ну, я считаю, что это правильно. Как бы и экологически чистый город будет. У депутатов должны быть какие-то другие, более глобальные проблемы, чем заниматься вот этими кошками, собаками. А как без животных жить? Кошки, собаки, для кого-то это вот отдушина. Согласно новым правилам, в каждом районе должны быть специальные площадки для выгула собак. Но на деле пока ни одной не организовано. Между тем, владельцев животных уже привлекают к административной ответственности. Предусмотрена сумма штрафа от 7 тысяч тенге. Так что доказывать, что выполнить требования невозможно, собаководам придется в суде. Где зарядом? Сидеть. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро Караганды.